вы тут живете, да? Ну, в Волгограде живу. Живете? Да. Давно это здание построили? Какое? Вот это? Вот это. Скульптуру? В 67-м году. Давно, да? А почему туда вовнутрь нельзя залазить? Не, ну вовнутрь там специальные работники залезают. Там есть дверца. Но туда обычных людей не пускают. А если заплатить? Ну, это уж как договоритесь, я не знаю. Ну, разные вот, кто снимает для телевидения, туда пускают. Таких вот телекомпаний. Ну, я тебя вышел, благодарю. Я просто Красноярка сегодня приехал. А. Ты знаешь, где Красноярка? Ну, где-то на Урале, да? Нет? В Сибири. Такую историю-то хоть изучаешь. Ну, ладно, тогда я пойду. Я-то не знаю, как там правильно. А это что такое? Ну, за Уралом он, да? Дикая Сибирь, где? Сибирь за Уралом. Ленин в цирке был. А. Ну я так не разбираюсь, я вот в Поволжье разбираюсь в основном. Правда, где Казань? Где а я-то живу в Сибири, где Енисей бежит. Понятно. Ну ладно, тебе тогда рабочего дня, я побегаю. Ага. Да у меня это любительский день, не рабочий. Я не знаю. Я для себя снимаю. Нет, ну ты хотя бы в Ютубе зарабатываешь. Ну, $5 в месяц. Это мало. Ну, это 300 рублей. Не, я не так говорю. Ну, давай. До свидания.